Всем привет, друзья, с вами как всегда Дэп, и сегодня я играю не один, а со своим другом, представься. Всем привет, с вами Хэт, и сегодня я в роли нубика. Да-да-да, ребята, мы нашли какого-то странного торговца, он говорит, что за миллион он сделает особняк, а за 100 долларов он сделает дом для нуба, получается, да? Для меня, да. Да. Для так меня что домик. У меня весь инвентарь в деньгах, я накопил денежек побольше, и сейчас а мне... у меня весь инвентарь в земле сейчас. Вот, и сейчас мы заплатим этому торговцу, и он построит нам какое-то, ну, какие-то особняки, там, какие-то дома, мы вообще посмотрим. Да, давай Нубик. Положим ему в сундук. Давай, давай. Че у него там в сундуке? Посмотри. Алмазные блоки. Интересно, обалдеть. Он из этих материалов нам будет строить дом, интересно. Как ты я думаешь? Я не знаю, наверное, тебе да. Давай я ему переложу всю землю, чтобы все у него было... А я ему буду кидать вот так вот. Все. Хорошо. Все, я кидаю давай, ему. Давай, вот, выкидывай. Вот, вот. Это все миллион у тебя, да? Миллион да, денег. Да, да. Весь инвентарь обалдеть, в деньгах. Ребята. Все, все, все. Я кидаю этому торговцу. Мне интересно. Как думаешь, что мне построить? Какой-нибудь особняк огромный? Все, я смотри. Я думаю, что... Ого! Смотри, смотри, он весь в деньгах. Так, ну обалдеть. Слушай, а когда он построит? В течение какого срока? Вроде бы он сказал, что где-то в течение 3 или 5 дней. Так 3-5 что нужно дней? Через это время вернуться. Окей, ребята, мы сейчас отправимся спать домой, и через 3 дня мы вернемся, да, и посмотрим, что нам построил этот торговец. Да. Ребята, уже прошел срок, где-то 10 дней прошло, и нам торговец прислал такие карты. Да-да-да, мы дождались. Дней. Ты представляешь, Нубик? И смотри, у нас теперь 10 карты. 10 дней мы ждали, ребята, смотрите, здесь он нам дал 2 карты, и здесь уже такой огромный дом и какие-то странные лучи. Я не знаю, этот, что это я такое. Уже вижу какой-то огромный дом, прям вообще громадный. Ты видишь этот дом? Огромный особняк. Да-да-да, ребята, вон эти лучи. Слушай, а мы дошли, да, я получается? Не знаю, красные это лучи или нет? Сейчас посмотрим. Может, какие-то лазеры, так. Может, какие-то там маяки. Сейчас посмотрим. Побежали. Так, ныряем ого. В воду. Смотри, это что? Он весь в алмазах. Смотри, он из алмазной руды. Подожди, это получается... Ого! Это мой дом за миллион, да? Нубик. А это твой. Это мой, да. Слушай, Нубик, пошли вначале твой дом посмотрим. Вообще посмотрим, что он здесь построил. Пойдем. Он какой-то, он в виде крепости, да? У тебя какие-то башни, как я вижу. Ты... Ну да, слушай, и вправду. Это прикольно. А так, а здесь что такое? А, здесь просто, да, тоже какие-то укрытия, не что знаю, ли? Не знаю, наверное, да. Ну слушай, мне нравится. За 100, в принципе, долларов такой домик, ну, неплохой, как мне кажется. Так, давай посмотрим, да, что здесь есть. А что здесь написано? Вниз? Вниз или вверх? Да-да-да. Вот смотри, это вверх, да? А это вниз. А это вниз, да. Пошли вниз, посмотрим, что здесь. Пойдем, поглядим. Это выход, что ли? А, нет, это... Это бункер! Слушай, это круто. Чё в сундучках? Ого, здесь, смотри, здесь место для двоих, тут одна кровать и другая. Отлично, отлично. Да, понятно. В сундуке он мало чего положил. Да, не густо. О, смотри, телевизор. Ну ладно. Телевизор, ну хоть что-то, будет какое-то развлечение. Будет тебе не так скучно хотя бы. Наверное, вот сюда ушло 99 долларов. Да-да-да. На 1 доллар он построил все остальное. А это уже выход на крышу. Смотри, какой выход. Ты прям можешь так обороняться от кого-нибудь, да? Слушай, ну здесь, да, здесь прикольно. Ой, слушай, я уже вижу свой особняк, и у меня прям мурашки по телу. Ты посмотри. А что в этом сундуке? Оружие, у тебя там оружие. Смотри. О, там костюм, кстати. Пример этот костюм. Смотри. Так, сниму свою крутую картонную корону. Ё-моё. Это костюм так, строителя, так, да, какого-то? Ого! Видимо, да. Смотри, слушай. Кстати, он выше прыгает или нет? Подожди-ка. Сейчас посмотрим. По-моему... Да, и вправду, смотри, он прыгает выше. Слушай, реально, реально. Дай-ка я одену этот костюм, посмотрю. Реально, что ли, прыгает? А ты как это понял? Лежать, руки за голову. Все, сдаюсь. Блин, круто. Ладно, на тебе костюм. Давай, посмотри. Давай. Так, одеваю весь костюм, прыгаем. Смотри, реально, ты видишь, как я высоко да, прыгаю? Да, я тебе говорю. Так, на тебе твой костюм, я свою коронку одену. Фирменную. Слушай, ну это все, что да. мы могли здесь увидеть, как думаешь? Я не знаю, я видел там еще внизу комнаты были. Да? Пошли посмотрим. Вот. О! Слушай, я прям быстрый в этом костюме, слушай. О, здесь кресло, попробуй сесть со мной. О, можем посидеть. Да, жалко, вот тут телевизор нет, лучше бы здесь телевизор был бы. Да, кстати, вправду. Так, а здесь что? Что ага, здесь? Понятно, здесь ничего. А, ну так, короче, нет. Здесь одно и то же во всех сундуках.
Только здесь плоти уже не было. Здесь окошко, столик, факел и это сиденье. Так, а туча у нас? О, тут еще одна кроватка. То есть у тебя три кровати в доме. Так, да, в доме три кровати. Так, ну слушай, все? А вот тут что? Ух ты! Чё здесь тут? Есть еще, смотри, еще. О, есть. Здесь это типа кожаная, да, броня вся вот эта. Две стрелы, это много две стрелы? Я думаю, тебе этого не хватит. Все, ну слушай. Только застрелить тебя и самому застрелиться. Да-да-да. Ну что, переходим к моему особняку за миллион. Смотри, у меня вообще никакой защиты нету, кроме деревянных дверей. Здесь почтовые ящики, кстати, видишь? Вот почтовые. Почтовые ящики? Да-да-да. Слушай, как нам пройти? Здесь лава. Слушай, а мы же здесь... Давай тут попробуем пойти как-то, я не знаю, здесь везде лава, а тут вода, вон дальше. Смотри, здесь уже защита, здесь и лава, и кактус. Ой-ой-ой, я чуть не подпалился. Номик, аккуратней, ты смотри там. Я же прыгаю, ты смотри, как я прыгаю. Да-да-да-да-да. Я прям чуть не подпалился. Так, слушай, здесь зайти не можем, да? Здесь... Ты куда там? Ты как так сделал? Всё, пока-пока. Так, ребят, заходим, слушайте, смотрите, какие ворота огромные. Так, я думаю, это место для того, чтобы отстреливаться. Ты на первом этаже? Ого, вот это ворота! Смотри, я Нобик, пошли сюда. Ой, смотри, какие двери. Вот это круто. Слушай, прикольно. Здесь? Чё это такое? Чего? Это что такое? Обалдеть, это чё тут? Это твои мечи. О, я взял, ну, смотри, я взял этот. Ты тоже взял? Ого, да. Ты видишь это? Оружие ацтеков. Так, а чё им? Это какой-то клинок, да? Давай назад. Что за палочка? Посох Бо. Че, он что-нибудь делает? Этот посох, нет? Ничего не. Смотри, здесь кроватка. Это какая-то спальня, да, судя по всему? Наверное. Блин, прикольно, прикольно. Ну, слушай, я не могу лежать на кровати. Пошли вниз. Пойдем. А здесь что? Здесь тупик, что ли? Не так. Знаю. О! Ты видел? Ты видел здесь такие же эти двери? Да, слушай. О, так здесь ванная. А я думал, здесь какой-то бункер. Смотри, смотри, душ. Иди вон, прими душ. Слушай, прикольно, прикольно. Так, все выключаем. Здесь, смотри, какие-то мусорка. Стиральные машинки, туалет. Ой, не смотри. Да-да-да. Так. Все, получается, подвал мы изучили, да? Сейчас можно пойти куда-нибудь дальше. Ой, это что здесь? Это мы там были, Вот, смотри, комнатку мы пропустили, давай посмотрим. О, Нубик, смотри, здесь кровь. Ты чего? Видел? Смотри, здесь кровь. Так, а что в сундучке? А чья это кровь? Я не знаю. Чего? Ты видишь, сколько оружия? Обалдеть, а у меня лежал только один автомат. Это для обороны. Давай одену костюм. Здесь какой-то костюм лежал. Ой, куда? Привет. Где он? А, вот он. Сейчас я одену костюм. Слушай, у тебя здесь и граната есть. Смотри, это что, я круто такой? Выгляжу, посмотри на меня. Слушай, ну в принципе неплохо, да. Это какой-то костюм. Так, а что здесь в этих сундучках? Есть что-нибудь? Пусто, здесь, да? Не знаю. Не пусто, знаю. Пусто. Так. Да, здесь и правда пусто. Первый этаж изучили. А тут что? Ой, здесь какой-то сундук, но он закрыт. Да, закрыт? Да. Странно, странно. Так, да. Это все, да? Весь первый этаж ух мы ты, обошли. Здесь еще, оказывается, и второй есть. О, смотри, да. Какой он огромный. Ого! Ой, тоже телек. Обалдеть. У нас с тобой, кстати, одинаковые телевизоры. Так, вправду. Ну здесь ничего такого интересного нет. Ну смотри, это кухня, да? Это какая-то кухня. Да. Блин, прикольная, прикольная. А смотри, холодильник. О, хавка есть. Хочешь кушать? О, ну в принципе я не против, давай съем. Да-да-да. Здесь столик, смотри, можешь присесть. Вот так вот посидеть. Прикольненько. Да, круто. Смотри, микроволновки всякие, печи, да? Вообще супер, блин. Обалдеть. Прикольно, прикольно. Так, это все, да? Это получается вся кухня. Видимо, да. Слушай, как тебе вообще дома за миллион? А смотри, а тут что? Ого, о, здесь компьютер. Включи там что-нибудь, посмотри. Че то? Куда я? Я куда-то улетел. Так, ну что, Нобик, куда идем? Ну, я думаю, что... Я не знаю, здесь еще есть комнаты. Посмотри, ой, такие звуки громкие. Выход, да? Тут выход, да, тут выход. Давай выйдем. Ну слушай, это все, да? Как я понимаю, это весь дом. Ну, наверное. Давай да. Пойдем еще по периметру посмотрим, вообще, может, что-то да, там ну, будет. Все уже вроде ничего больше. Здесь не видим, лава, пока, вода, здесь прям оборона такие, знаешь, от зомби каких-нибудь там. Да. Прям вообще самое то. С таким домом у меня не один. Ой! Ё-моё, испугался, все, не стреляй. Все, ходит. Это что, у тебя такой пистолет какой-то? Это автомат.
Все, давай выходим. Я думаю, будем уже заканчивать ролик. В принципе, домик неплохой, да? То есть, ну, за миллион очень Да. хороший дом из полностью из Ну алмазов. смотри, мой дом тоже неплохой, мне тоже нравится, Очень, красивенький да, такой. реально, неплохой. Для нубика самое то. Самое Так. то. Так, в общем, ребят, надеюсь, вам понравилось это видео. Мы постарались вам показать, что можно купить за миллион, что можно купить за 100 долларов. Надеюсь, вы все поняли. Нам повезло с таким торговцем. Кстати, интересно, он ушел оттуда, надо будет как-нибудь проверить в Надо будущем. будет, да. Да-да-да. Так что, ребят, всем спасибо за просмотр. С вами был сегодня Хэт, то есть Нубик, и я Деп. Все, ребят, всем спасибо за просмотр. Всем до скорых встреч.